Freaky Frank. Ах, новый день, новые эмоции. Каракуля, а ты знаешь, что к нам скоро приедет новый гость? Конечно, надо бы пойти и встретить его. Пойдем! Ура! Долбоёбы. Ну для начала мы с тобой возьмем и зайдем в наш дом. Мы возьмем меч. Чтобы убить его? Да! Ура, пойду стрелами закалю. Пойдем. Ура! Мы идем. Мы идем. Я тут спуск, да похуй! Баран! Это похоже он и есть наш гость. Здравствуй. Давай поздороваемся. Иди. Ой, он упал. Ой, у меня лагает, я чуть не упал. Ой, жестко. Эй, кто это там? Ты кто такой? Давай, до свидания. Давай, игры. Эй, давай. Где от меня? Ты чего это где взял? А там в том домике, короче, был блок, я его. В каком домике был блок? Ты что делаешь? Я его отколупал. Врёшь же, да? Чем ты его отколупал? Рукой, что ли? Я его стирку спил. Каким образом? Ну, кстати, не надо материться. Ой. Вообще, вы как это вообще сделали? В каком доме ты блок забрал? Ты чё? В этом. Ну-ка слезай! Это ж он наш душ расфигачил! Ты что? А, мы... Давайте с самого начала. Как тебя зовут? Эй! Привет, друг. Как тебя зовут? Я не знаю. Ну ладно, я не знаю, пойдем со мной. Ой, ладно, давайте. Кто меня ударил сюда, иди. Да иди. Знать бы, кто это был. Вы что делаете? Ты что, дебил? У меня мало здоровья, если я упаду тут. Это скайблок, вы что делаете? Да, все, пошли. Доброго времени суток, друзья, с вами команда Зяблика, точнее, Лутес, Каракуля и Крис. Дебил зашел туда. Ну-ка выйди. И мы продолжаем играть в Майнкрафт. Та-дам! Это Вака-Вака. Там дверь. Ты иди дверь сюда. Возьми, иди сюда. Мы уже там были. Блин, там дверь. Короче, да, я буду дальше строить. Да-да-да. Ты мост строишь, а мы сейчас с Крисом займемся. Ну, мы тебя охранять будем. Вот. Чем мы там займемся? Еды! Я буду арбузы собирать. У нас нет. Хочешь есть, прыгай. Да. Только я могу есть арбузики. Ни хрена себе. Я с таким же успехом могу открыть инвентарь и нажать на сердечко. Ничего себе ты. Пользуется всеми преимуществами. Все в благ, знаешь, такой. Так, человек. Человек-помидор, мы идем к тебе. Земли. У нас же как бы каждая серия новый остров, так что. Где? Земли. Не, землю сейчас накопаем, мы сейчас лопаты сделаем. Да-да-да. Какой-то хрылатить! Так, я лопату взял, я иду. А у нас печка есть? Ребят? Нас нету. Тебя плохо слышно немножечко. Нет у нас, говорю. Кингвака. А Кингвака же был на том острове. Вот что, сейчас правда? Парадокс, тебя хуже стало слышно, Крис вообще громко говорит. А так? Что там, поменять? Вот так нормально. Вы чё де... Я думал, его король кикнул. Иди, сука. Смайт 5, лутинг 3. Чё вообще там? Чё, дебил? Кингвака. Чё? Да, что? Тут что ты там меч. Украл у него, скажи? Тут меч! Меч! Так он здесь специально лежал, чтоб ты его не трогал. Чё там делать? Янтарный меч, ваки. Нам надо, кстати, всё... Надо... Вы пока тут, короче, копайте шахту, я потом где... Ой. Чё, потом где меч? Слушай. А чё он там лежит? Мой меч! Да какой мой меч? Это реликвия. Чёрт. У нас для сундук для неё специально есть. Нам нужно строить, я тебе земли накопал. Иди Давай. Сюда, каракуля. На-на-на-на-на. Вот тебе земелька. Я музыку в Майнкрафте подрубил, чтобы она меня подбадривала. Только она почему-то не играет. Обидно-то как? Я хочу музыку, она не хочет меня. Вот так. Так, давай строй, я... А нам ведро нужно с водой. Это... Крис, организуй нам ведро с водой. Да, если слепки отдаст. Я одно не в сундуке. Где? Да! Они в сундуке!
Вот это неудача. Нет, это наоборот, типа, это удача. Иди сюда, поговори. Из меня у вас, блин, не было железа. Да ты что? Вообще-то это душевая. Знаешь, с ней сколько событий связано? С душевой. Ну, блин, не будет одного блока. Вставите туда, не знаю. Вставите. Мы там и так вставляли. Блин, интересный вопрос. А с Яндекса на WebMoney можно перекинуть? Нет. Пидоры. Надо связать эти аккаунты там паролями, паспортами. Мы сейчас снимаем. Го-го, водичку и. Да-да-да, вот я вот тут вот эти деревья рублю. Не, я сейчас тут вообще тебе 59 сделаю. А, ну, почему 59? Потому что число, кстати, вот я там подумал, это число 59, оно такое мистическое. Это и, как бы, 60, но в то же время 58, это очень интересно. Вот эти вот 99 рублей 99 копеек, вот это вообще люблю. Где? Обожаю. Чё, ведро. Ведро у Криса. Вода. Крис! Дайте, пожалуйста, нам водички, и дайте мне просто 2 куба земля. Дай мне земли! Я хочу земли? Землю! Нет, ты землю не давай, ты дай воду. Землю я сам накопаю. Я уже тебе 50 накопал. Я уже тоже. Ну похоже. Все, 59 земли, я несу. В принципе, го. Подожди, стоп, это тот остров? Да. Подожди, так это. Так там это, как бы, ну там монстров дофига, если чё. Ну, кстати, сейчас темнеет, поэтому нам бы как-то это пережить дело. А, вот это, я думаю, сюда елку нужно поставить. Потому что по фэншую тогда все будет. Ну, как бы без елки и жизнь мила. Поэтому. Слушай, лучше сейчас эти монстры заспавнятся. Что делать? Где вода? Вода вода. Мы, кстати, могли побрить там пару овечек и сделать бы уже давно кровать. Не, ну можно, по сути, тогда. А поставил сюда блок земли. Не будем. Ты вот это не обижай, пожалуйста. Я чуть не упал. Я думал, я сейчас упаду. А я не упал. Нам нужно, кстати, это, оружие ближнего боя. Мне, пожалуйста, эти, как у Донателло. Мне сделайте палку, как у Донателло. Я нашел палку, как у Донателло. Иди сюда, каракуля, покажи, смотри. Цыку, я палку нашел, как у Донателло. Похоже, да? Цыку, я умею этой палкой. Так это, нет, не стой! Как ты умер? Так я был... Ой, я заспавнился в не очень приятном месте. Беги. Тут тебе арбуз вырос. Ой, ой. Я его собрал. Ой-ё. Криптер! Ой-ё. Там крипер, скелет, паук. Ой, а крипер-то это вообще что-то нехорошо. Это тут... Слышь, а что тут... А он к нам в дом идет? Застройте-ка тут быстренько мостик, а? Не-не-не, подожди. За мной там, в смысле, бегут много... Хочешь крипер наш дом бахнет? Сейчас тут это. Блять, ты знаешь, что крипак сделал? Потоптал нам арбузик. Кастрировал. А он еще и взорвался. Но я это, я короче, все под контролем. Музыка меня уже бесит. Она громкая слишком. Так, что там, где вода? А, он уже льется. Вода, она льется уже, да. Пойду погуляю. Так, мечи, нам нужны мечи. Оперативненько. Где мечи? Да нет там никого пока. Я знаю. Там... А как вон, нет никого, блин. Ты понимаешь, что в этом замке. В этом... Вот мы и пойдем специально ночью. Это как, знаешь, в ужастиках все расходятся. А мы ночью пойдем защищать монстров. Это примерно так же выглядит. У нас уголь есть? Ой! Да. Интересно. Интересно. Не взорвитесь, пожалуйста. Все, я понял. Куда спрыгнул? Какой ордер? Ты куда? Ой, ты упал. Блин, дерево вырос. Где? В ходе. В каком ходе? Ой. Вы ж просили нас. Да что за невезение-то? Что у вас там происходит? Я тоже хочу. Чего? Да вы что там? С нами, короче, потом скажу, торгуются. Я хочу топор. Ай. А я 2 топора сделал. Ёшкин, ты матрёшкин, я ж кирку. Идите от меня. Опа. Гайс, я иду к вам. Я иду. Я ель перекрафчу сейчас. Сделаю себе. Да чё за...
Я так подумал, брать зрителей на летсплей то же самое, что давать им ресурсы. Ты понимаешь, что сейчас? Вот Потап, где весь наш уголь? Где весь наш уголь? Потап! Я только 6 кусочков взял. Целых 6 кусочков. Ты понимаешь, что это Skype чертов блок? Тут это нет много кусочков. Это прочекал, знаешь, я бегу. Я готов, все, я готов нападать. Да просто. Не, в этом теме, ну знаешь же, под первым островом здесь такой маленький островок, да, а там я океан, знаю. Если аккуратненько прыгнуть туда, да, можно зацепиться за лиан. Я туда забрался. Как? Когда ты успел? Когда зашел, я туда забрался. Мы тут, значит, уже 2 серии отсняли. А этот человек только зашел на наш... Там, короче, лук на инфинити. Потом еще меч какой-то, кирка каменная, зачарованная, лопата. Ты это все стащил оттуда? Нет, я это там оставил, но уже вернуться я не мог. А, ну логично. Крис, ты куда? Нет, Крис! Не умирай. Так чё, Денис, ты помогаешь нам? Ай, Кракуля, я на мостике. Мы ждём тебя. Ай. Ждём тебя, Кракуля. Я не могу перейти до снежного острова. Ты чё, живой? Ты живой? Ты живой? Скелет в крипера попал, короче. Вы по-братски расчистите мне путь. Подожди. Живи. Давай его. Мадохай. Да не меня. Не так, слышь. Все, мы его убили. Нет, смотри, мы сейчас тут все... Все, поляна готова, Каракуля, мы ждем тебя. Ну в смысле, я перейти не могу. Ай, вы можете меня увидеть, я падаю рядом. Где? Эти мост я уже упал. Ой, нифига себе ты летун. Сейчас я как приду. Давай, бей его. Еще один паук. Встаем в оборону. Давай, обороняйся. Боже. Это, кстати, видишь, что зомби заспаунился. Видишь, вот это тут бахнуло. Что за невезение? Это я тут был. Знаете, шо? Ой, что? Этот... Шо? Ты чё охренел? Скелет! Я его ещё убить не могу! Вы... Да что? Ты куда спрыгнул? Чёрт возьми, Крис! Что? Крис, суицид! Да нет, да не... Я не могу ударить по скелету! Скелетчики! Я защищаю... Крис, живи! Просто живи! Просто взрывай этого крипера и живи! Помоги! Нормально! Я жив! Живи, я бегу к тебе. Скажи. Во, доигрался, да? Что? Доигрался. Как? Что? Что произошло? Ты куда телепортировался? Вот понял, да, как я все это время проходил? Ну я ж убил скелета. Ну я понял, да, надо было пустить. Крис, ты где? Себя какого-нибудь. Меня, короче, телепортировали в комнату с порталами. О, да, теперь ты меня понимаешь, я там тоже был. И куда мне? Давай. Подожди, я уже бегу. Я сейчас к мосту бегу. Аквила Темпл. Какой Аквила Темпл? Ты куда пошел? Я... Денис! Что? Я попал туда вниз. Куда? Какой вниз? Тот низ, который... Ты не выберешься оттуда. Алло? Тут ему земли. Не забирай там лук. Аккуратно. У меня 64 блока земли, потом 2 дерева, если я могу в 4 доски перекрафтить. 3 гравия и 2... Куда вы? Куда прорвались вообще? Спасти рядового... А, Крис, ты собрал мои все инструменты? Я собрал все, что у тебя было. А, окей, тогда это хорошо. Ты куда ты? Почему я? Куда вас телепортируют? Опа, тут можно на любую этот остров телепортироваться. Круто. Что за хаб? Короче, есть телепортер-хаб, так что я собираю все и валю отсюда. Вы чё, вообще что ли? Это типа рандом, что ли? Ты понимаешь, что теперь все в этой комнате побывали? Просто все. Так это ж круто. А как, в смысле, телепортер-хаб? И как из него куда-то попасть? Не знаю. Блин, а тут... Пойду я в... Мушрум Айленд. Ой! Вы чё там? Скелет здесь. Чё, и зомби, походу. Места нету, ребят. Не взорвись! Ой, не упади! Не упадись. Зомби дерутся! Ай, перестали драться. Решили, что я более... 17+, зомби дерутся. Тихо! Ай! Тихо. Смотреть до конца, я тут нашел все неприятности. Потап, это не ты здесь? Где? Видимо, нет, раз... Просто я услышал, как кто-то открывает двери, и меня, походу, решили... Там можно подняться наверх. Так, кто там двери открывает? Тут домик для выживания. Survival home. Выживи дома. Ой! Зомби не умеют подниматься по лестнице, походу. Или умеют, просто не делают. Должны. У нас зачаровальная есть или она нам нужна? Нет. Как понять, есть ты вообще ты. Тут зачаровальная, я могу ее сколкнуть. А что надо вообще по сюжету делать?
яйцо для Ваки притащить. Хорошо. А, нам надо найти яйцо Ваки, да? Если честно, я знаю, где портал, но я вам не скажу. Так, один начал гореть. Я нашел портал. Он в этом месте под столом зачарований был. Ты чё? Ты прям... Ты чё? Портал в Эндермир, что ли? Да. Опять я телепортирую? В смысле, как так? Так это я сам уже. По какой причине ты это сделал? Там нажимная плита. Что? Что у вас там происходит? Так, давай в Вакан Вилладж. Отлично. Вот, это я, иди ко мне в дом. Нет, в дом ко мне. Я телепортировался сюда, и тут можно в хаб попасть, ребята. Дед, чё ты там в бурагозишь, а? Ты без нас уже, а? Что ты как этот ведёшь? Крис, ты где? Я карту прошу. Да ладно, шучу. Чё вообще происходит? Саддом какой-то. Вот, ты помнишь, где ты сдох? А, да. Ну вот я туда только что телепортировался, и тут есть телепорт в хаб. Пацаны, я нашел нам новую хату. Тут есть свинья, на которой можно ездить. Все, это пацаны хата на НГ. Подождите, нам надо найти яйцо. Давайте, да? Давай сосредоточимся. Давайте вот, найдем яйцо. Вот сейчас мы должны собраться, да, вот просто вместе. Так, вот соберемся. Я иду на один из островов. Да, да, давай, остров давай. Какой-то неизвестный для меня. Я нашел 4 стейка, я буду жрать стейки. Есть! О, привет! Только не пей меня, у меня инвентарь забит. Ладно, с удовольствием, иди ко мне. А еще у меня есть 2 алмаза и 14 железа. Вам это нужно? У меня один алмаз есть. О, нормально, на кирку. На пацанскую кирку. А, что-то мы вообще, по-моему, не по сюжету там идем. А по сюжету, тебе кажется. Мы исследуем острова. Кажется. Креститься надо. Вы вообще будете телепортироваться в эту деревню, и тут вообще все весело. Какую деревню? Мы сейчас пришли к нашему домику. А, ну так вы давайте сюда, спускайтесь. Целый инвентарь всякого говна. Так ты выложи всякое говно, идите сюда. Я иду домой, чтобы выкладывать всякое говно. Я сейчас беру только меч. Шутки про говно. Так. Это хуже, чем про хохлов. Но мы не шутим. Мы серьезны. Угу. Чё, куда я пришёл? А, тут с этими мицелий был. Кинг-Вака. Что, мицелий? Да. Хотите? Ой, ёшкин ты матрёшкин, я в какую-то шахту попал. Да не убивайте вы меня, идите в жопу, пожалуйста. А, мне 2 алмаза было. Крипер с другой стороны! Пацаны, принимайте, я иду к вам! Где ты? Да я не к вам, блин, я к другим пацанам. Что-то я не понял. Блин, ай, орда, уйди от меня! Ёшкин. Я все справляюсь, ребят, вы не беспокойтесь. Я как бы тут это, убил... Ой, наездник, уйди отсюда. Вы будете идти ко мне? А ты где? Я, знаете, вот там такой дом со стеклянной крышей. Вот я в этой хате был, потом попал в какую-то шахту непонятную. Блин, туда перейти. А, я лук выбил. Я могу... У меня нет ближнего боя, но я вам есть лук. У меня лук на панче и инфинити 1. Ой, да ну тебя. Выложи там все, это все нужно. Там есть специальный сундук под сокровище, понял, да? Это не сокровище, это просто лук. Обычный. Ну и там... Это именно реликвия, там написано, у него есть именное название. Нет. Ой, тогда вообще обоссанный лук. Блин, меня паучара бьет. Ой, когда ты что, неженка какая. Ну, у меня есть 2 стейка. Я полночи стейка выживал, пытаясь, ну как, дойти полночи? До... Перейти нос. Нос. Переходи нос. Вы идете ко мне? Привет. Да, мы идем. Я тут столько ресурсов нашел. Что очкуешь, божечки? У меня тут есть глоустоун. Всё, я... Здравствуйте. Вы хотите взорваться? Я слышу, как кому-то долбит дверь. Кому-то долбит, я тоже слышу. Крипер! Я тоже думаю, что нам нужно... Блин, спасите меня, пожалуйста. Где ты? Да вот я стеклянный дом. Помогите мне. Я в шахте. Я вижу стеклянный дом. А куда дальше? Да, вот там дальше шахта. Шахта есть. Возле... Там шахта снизу. Я нашел. Спасайте меня, спасайте. Нашел артефакт. Да какой артефакт? Что-то не вижу. Я вижу тебя, но не вижу, где тут может быть шахта. Просто. Там вниз спуск такой, просто как метро ебучее. Знаешь, слишком много железных железов. Там какой-то крипер, нет? А да пофиг вообще, спускайся. Подожди, в доме? Ты в доме, что ли? Да. Ну, да не в доме, черт возьми, а на улице и направо, как выходишь. Так, так это я тут взорвал, это сзади меня сейчас взорвется. Ой, да-да-да! Вы будете помогать, спасать?
спасайте бегство меня. Где? Каком я... ты? Да какой дом? Я под землей, черт возьми. Вижу твой странный ник. Как ты туда попал? Ну, через метро. Я там, кстати, все взорвал, там было завалено. Что, путь свободен, пожалуйста. Проходите, ребята. Ради вас же стараюсь. Я хотя бы тут уже сейчас спасусь, по сути. Я сейчас себе уже сейчас каменный меч сделаю. С вашим стремлением меня спасти. А, вы там воюете? Я иду помогать. Ты убил всех? Да. Мой герой. Давайте я добью. Пойдем, там еще крипак есть, я знаю. За этого. О, я морковку вывел. Отлично. Тут эндер... Пока. Вы там... Чё это там? Чё происходит? Смеха меня нету, что за дела? Ну-ка расскажите! Да там вообще такой, этот, ноу-скоп. Порева, ну говорите. Да ты бы видел. Я увидел. Блин, там, короче, я такой бегу, один блок ставлю, за собой там крипер такой 360 делает. Вылетает на Криса. Ой, эндермен! Ой, скелет! Крис, скелет сзади. Вы там через шахту же, да, прошли? Ну, это, было. Да, он меня в паутину пихает. Ну, а Крис, у тебя есть мой меч, нет? Майонез. У тебя есть майонез? Все твои вещи выложил. Ой, снизу смотри. Так, а, в смысле, а где вы тут? Как вы попали туда? Мы вниз? Куда попали? Летучие мыши, ну я бродю. Привет! Чё, ты где? О, мы нашлись. Я принёс 2 пороха и 6 чернил. Я крисочек. О, чернил, давайте кушать их. Так, ладно. Ой! Я предлагаю... Я предлагаю... Зачистить это место, но попозже. Убегаем, убегаем! А, я застрял! Беги! Ломай паутину, беги! Крис там отбивается. Быстрее, дружище! Я сдержу их, уходите! Да с удовольствием! Мы поможем тебе! Мы поможем! А чё ты меня бьёшь? Давай, я тебе стейк подкину. Я под тебя стейк кинул, бей их. Отлично, я ещё несколько минут продержусь. Что-то насчет этого стейка вспомнилось, как Крис включил морфокс. Я уже третий лук выпал. Так ты это, не жалуйся. Ребят, вы отходите, я вам тут все застрою. Там еще идут. Что это было? Мне кажется, ты меч сломал. Да. Бежим назад отсюда, бежим. Отходите.